Нина, я пришла. Цветы оборвали. Наверное, соседские мальчишки во двор лазают. Господи, паршивцы. Ай, чай будете? 12 уже. Нин, чай заваривать, а? Убитый 42 года, замужем, известная писательница, автор 17 книг. Да, об убийстве Миловановой газеты сообщат завтра, а по телевизору наверняка уже сегодня. А в интернете, наверное, уже написали. Да, вот поэтому мы должны действовать на опережение. Не просто раскрытие, а изо всех сил. Вот по таким резонансным делам общественность и судит о нашей работе. Владислава Борисовича докладываем всех усилий. Да, проверяем контакты, конфликты, мотивы. Ну, не мне вас учить. Кстати, насчет мотивов. А это точно не ограбление? Может, кто-то позарился на ее деньги? Если письменница відома, то и гонорары у неї не в року. Домработница, которая обнаружила труп, говорит, что из дома ничего не похищено. Но самоубийство выглядит странно. Ее два раза ударили ножом, потом тело осыпали цветами. И что самое странное, вокруг разбросали конфеты. Просто не ограбление, какие-то сплошные неадекватные действия. Mm-hmm. Очень таинственно. Представляю, сколько будет гипотез. Надеюсь, охотники за сенсациями не узнают об этих подробностях. Во всяком случае, не от вас. Да нет, что вы. Мы на левую инфу не сливаем. Ну, раз так, значит, по коням. Забудько. Да. По обычной программе. Юль. Понял. Да. Давай в морг, осмотри тело и поговори с патологоанатомом. Хорошо. Но вы вдвоем осмотрите место преступления. Поговорите с домработницей. Два глаза хорошо, а четыре? А лучше? Больше. Ну что, признавайтесь, друзья, кто из вас читает знаменитые книги Нины Миловановой? Я навіть не чув про таку. Слухайте, а може шеф трохи перебільшив її популярність і ніякого резонансу не буде? Ребята, я, конечно, понимаю, что по книжным магазинам вы не ходите, но иногда аж можно на лотки заглядывать? Так, так, так. Юль, невже ты читала? Да, читала. Пару романов. А что? Та ні. А про що писала наша страдниця? Про что, про что? Вечные темы. Семейные проблемы. Любовь и ненависть. Жестокость и милосердие. Да, страсти и интриги. Рожевый шмаркли у цукри для домогосподарок. Зря вы так, ребят. Между прочим, в рецензии на последний роман «Жестокое сердце» без всяких оговорок Милованова превращается в серьезного писателя. Ну да, последний роман в прямом смысле этого слова. Ладно, погнали. Егорочек, ты сильно занятый? Вижу, сильно, как всегда. Да я только включил, ну что? Ну конечно. На работе не заграл компьютерные игры, считай, день пропал. Между прочим, компьютерные игры развивают множество положительных качеств. Реакцию, логику, мышление. Бездушную железякую в игры играть, ты только зря время тратишь. Почему с бездушной? Искусственный интеллект. Он, кстати, поумнее человека будет. Так вот, а надо работать с людьми, понимаешь? С людьми. Человеческий фактор же главный у нас в прокуратуре, понимаешь? Вот ты, вместо чтобы железяку играть, ты с человеком играй. Ну, например, земной, в шашки. Сможешь? Чи слабо? С вами? Земной, в шашки. В шашки? Слабо? Да легко. О, давай, да, давай, давайте. Зараз принесу. Давай, давайте. Посмотрим только, посмотрим. Я тебе не железяка якась. Шашки. Ну, держись. Скажите, вы точно выехали о 10-й? Не раньше, не позднее? По утрам в субботу базар дешевый. Я всегда так езжу. Маршрутку я села до райцентра, и у водителя радио работало. По радио
и сказали. А вернулась, когда часы полдень начали бить вот эти вот. Дом ветхий. Так она не хотела другой дом. Он ей от родителей достался. Она даже ремонт не делала. Хотя муж ее, Степан Казимирович, предлагал. Но все, как при родителях было, так она и сохранила. Так, мебли уже старенькие. Нина была скромная. Без претензий. Почти весь год жила тут. Да и я при ней. Почитай, 10 лет, как служила. А сложно было работать у творческой личности? Наверняка большие компании собирались. А вы готовили для них? Нет, компании она не водила. Гостей не любила. Я готовила на троих. Пока муж здесь жил, нам хватало. А Нина, знаете, проснется чуть ли не с первым солнышком и работать. Стучит, стучит, пишет. Того ранку вона теж писала? Нет, она таблетку приняла, у нее голова болела. Шторы зашторила и прилегла на кровати. А я ей воду приносила таблетку запивать. Пойду осмотрю участок. Отродясь, у нее не было никаких врагов. Да она ж душевные книжки писала. Какие враги? Ну, вы не кваптеся, подумайте. Ну, не знаю. Господи, разве что муж. Ой, конечно, нехорошо на человека наговаривать, но... Так, чоловік, Степан Казимирович. Ви казали, поки чоловік тут жив. Він що, поїхав? Городскую квартиру неделю назад. Нина сказала, что они разводиться будут. От такой. Розлучатися? Неблагодарный он. Жил тут в свое удовольствие, на ее денежки, а все ходил с недовольным видом. Бездельник. Так, сюда. Так, так і так. О, поняла, це тобі не фук, на. Ну що, це тобі не з тупою залізякою іграть. Це ж чоловічий фактор, поняв? Да. Станислав Іванович, просто шашки, ігра примітивна. Примітивна. От якщо б у вас шахмати були, то да. Шахмати? Ну, шахмати в мене є в подсобці. Цікаві факти. Клавдія Антоновна, а скажіть, цвіти, які були брошені на тіло, вони були сорвані з клумби, яка во дворі? Да. Да. До поздней осені цвіли, глаз радували. А конфети на кровати? Із цієї тарілки? Ні, в цій тарілочці завжди кілька конфеток. Так, дневна норма, щоб не переїдати. Іздавна так повелось. А взяли... В буфете. Не трогайте. Пожалуйста. Там, в большой вазе. А це останній роман убитої? Да, как раз вчера вечером курьер из издательства приезжал. Молодая девушка. У тебе ще якісь питання є? Пока нет. Клавдія Антонівна, дякуємо вам. Якщо у нас виникнуть якісь питання, ми з вами зв'яжемося. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Ну що, допоміг твій дедуктивний метод? Знайшов убивцю за відбитком ноги на клумбі? Отпечатка нет, но есть видеозапись двух камер видеонаблюдения. Одна камера стоит на автобусной остановке. Так что, скорее всего, мы увидим убийцу, который проезжал по этой дороге.
Гадаю, на записах ми побачимо чоловіка милованої. Безробітнього гультяя, з яким покійна збиралась розлучитися. Ну да, прямо достанеться дача і проче імущество. І авторські права від її книжок. Знаючи звички хатньої робітниці, він не сумнівався, що в суботу вранці вона подасться на базар. Ну, тільки от цвітов і конфет це не об'ясняє. Ну, можливо, це аби вести слідство у Оману. Ну, якщо так, розкроємо діло за один день, як просило начальство. Добре, ти давай їдь до контори дивитись записи, а я поки допитаю цього дармоїда. Оп! Это что получается? Мне мат? Ага, он самый. Да. Так, Станислав Иванович, а ну-ка давай-ка еще партейку. Я просто в прошлый раз ферзя прозевал. А, давай, тихо ты продукты и расставляй. Ну, хорошо. Привет честной компании. О, привет. Игорек, служба зовет. Надо срочно отсматривать видео. Ну ладно, хорошо. Но я в следующий раз докажу тебе, Станислав Иванович, на что способны мозги, развитые общением с компьютером. Понятно? Давай, давай. В следующий раз Чапаева забираем. Хорошо. Доброго дня. А де я можу знайти Степана Казимировича? 34. Дякую. Доброго дня. Степан Казимирович? Да. Здравствуйте. Капитан Пронько, прокуратура. А я это сейчас вот руки. А ну стой! Мужик, что днем назад? Руки! А ну назад, прокуратура! Не хочете проблем займатися своїми справами? Вот, мужики, что я вам и говорил. Все пропало. Добре, що ви це розумієте. Явку з повинною писати будемо? А я ні в чому не виноват. І нічого у неї не брав, і нічого їй не должен. І зарізали ви дружину без ніякого зиску? В смислі зарізав? Ніну вбили, що ли? По-перше, про це чуєте? У всіх теленовинах про це повідомили. Так я, я телевізор не включав сьогодні. Я от з мужиками в гаражі машину свою ділаю. А чого ж побігли, коли почули, що я з прокуратури? Да я испугался. Нина обещала натравить на меня прокуратуру. Ну, особенно после того, как я сказал, что разведусь с ней. Начались истерики, скандалы. Так, стоп, стоп. Так це не вона хотіла з вами розлучатися, а ви з нею? А это был удар по самолюбию. Ви представляете, какая она хорошая, и вдруг я ее бросаю. В общем, она обещала меня стереть в порошок и написать заявление о том, что я ее обокрал. Угу. И сегодняшний ранок вы провели тут, біля гаражів. И ваши товарищи с радостью это подтвердят, так? Нет. Я пришел сюда днем, а до этого был в бане с друзьями. Ясно. Зараз проїдете зі мною до прокуратури, дасте свідчення. А поки мої колеги перевірять ваше алібі. Координати тих, хто був з вами в лазні. А ну-ка, останови. Ага. Так, еще одна маршрутка, понятно. А ну, давай дальше чуть-чуть. Угу. О, вот еще какая-то маршрутка. Женщина с сумками выходит. А ну-ка, укрупни эту женщину. Да. А еще муж? Да. Домработница Миловановой. Вернулась с рынка. Дальше просматривать бессмысленно. Сейчас она вернется домой и обнаружит труп. Ну, получается, что ни один мужчина в интересующее нас время не приезжал в поселок. Ну, во всяком случае, на общественном транспорте. А что, если Милованова убила женщина? Ну, или сосед, который живет в этом поселке. Ну, а на крайний случай убийца мог приехать на машине. Я привез человека Милованова. Зря. Мы проверили его алиби, все подтвердилось. Утром он был в бане. Что значит дарма? Пішли, розпитаємо його про все. Ну, хто, як не чоловік, краще за усіх знає покійну. Давай. Скажіть, ви на машині їздите? Нет, пока. Она на Нину зарегистрирована. А как только я заикнулся о разводе, она техпаспорт отобрала. Да, не самое лучшее у вас были отношения с женой. Инженерами работали. Душа в душу жили. Денег, правда, не хватало, но
как-то выкручивались, дачу сдавали и так далее. А как она романами занялась, деньжища пошли такие, что нам и не снилось. Ее как подменили, сквалыгой стала, все в кубышку собирала, заставила меня с работы уволиться. Хотела, чтобы я рядом с ней сидел. А мне такая жизнь уже вот поперек горла стала. И вы решили с ней разлучитесь? Да, решил. Но мне от нее ничего не надо. Ни дачи, ни дома, ни новой машины. Потому и решил восстанавливать свою старую «Волгу». Да, вы видели. Она, правда, не на ходу, но 100 лет в гараже стояла. Ну, тепер все цілком зрозуміло. Степане Казимировичу, насправді ваше алібі підтвердилось, і у смерті дружини ви не винні. І що? Я можу йти? Нам треба знайти справжнього вбивцю. І тому ви маєте відповісти на декілька наших запитань. Ну да, я готов. У вашої дружини були вороги? Може бути, сусіди по дачі, по дачному участку. Да нет, она ни с кем знаться-то не хотела, и с соседями тоже. А по работе, у выдавництві, например? Вот. Был такой Герман Сокол. Редактор? Да нет, писатель. Ну, типа негр литературный. На Нину крепко обижался. Она его в деньгах прижимала, как я понимаю. Ну, о нем даже и не думайте. Почему? Да здоровьем слаб и с палочкой ходит. Алло, Игорек, а пробей-ка, пожалуйста, некого Германа Сокола. Говорят, писатель. Вот так вот. Привет, Юль. Привет. Что получилось накопать? По месту преступления, увы, никаких зацепок. Отпечатков нет ни на ноже, ни на дверце буфета, откуда брали конфеты. Только самой жертвы и домработницы. Вытерли. Или убийца был в перчатках. Тут интересная подробность выяснилась при вскрытии. Смерть наступила между 10 и 11 часами. Время можно назвать точно. Сначала Милованова ударили чем-то тяжелым по голове, и она в результате удара скончалась от кровоизлияния в мозг. А только потом уже нанесли удары ножом уже мертвому телу. Схоже на какое-то ритуальное убийство. Или убийца был вне себя от ярости. А вытерти пальчики? Коли убивця знаходиться у стані афекту, про те, щоб витирати відбитки, він взагалі не думає. Слушай, Игорек, а що ти накопав на Сокола? Мог бути він ритуальним убійцею? Герман Сокол? Він писатель. Ну, правда, ні одної книжки він так і не випустив. Ось тобі раз. А чому ж тоді письменник? Ну, тому що на своєму собственному сайті він ділиться своїми великими задумками. Даже є отривки з романів. Талантливо? Та так, філософічна муть. Нікакого сюжету. Но мені понравилось. Типовый невызнанный гений. Ну да, так завидовал Миловановой, что исколол ее ножом и усыпал конфетами. Ребят, простите, можно я? Герман Сокол, он инвалид. В детстве он попал под машину, с тех пор у него проблемы с ногами. И он ездит на машине с ручным управлением. Это насколько я смог разглядеть по видеозаписи, понимаете? Игорь, да ты гений. Да. Есть список. Машин, которые въезжали в поселок. Как раз вот такая машина с ручным управлением въезжала в поселок в 10:20, а выезжала в 10:40. Все сходится? Все, завтра надо брать этого Сокола за жабры. Допытаем его сегодня. Погоди, погоди, а что мы ему предъявим? Наличие машины в поселке? Юль, не хвилюйся, я его притисну. Ну а вас запрошую подивитися майстер-класс, как расколоти злочинця. Приехали просто посмотреть друг на друга. Скажите, за что вы ее так ненавидели? Нину? Скорее презирал. Ничтожная личность, псевдописательница.
на відміну від вас. Отличие от меня. Але ж ви, якщо я не помиляюсь, не надрукували жодної книжки? Они выходили под псевдонимом Ніна Милованова. Тобто ви на неї працювали, а вся слава діставалася їй, так? Слава? Автора бульварных романов? Такая слава не нужна. Я работал ради денег. Хотел за свой счет напечатать свой настоящий роман. Но деньги уходили на лекарства и оплату жилья. Сами понимаете, какая пенсия по инвалидности. Ніна мало платила вам? Гроши. А сама, напевно, не бедувала. Вот именно. И главное, я раньше-то думал, что рыбы... Сейчас расколет. Говорят, что она за мной все переписывает, а последний роман... А, по-моему, «Жестокое сердце»? Да. Я посмотрел. Там ни строчки, ни запятой, ни изменено. Это целиком моя книга. Чекайте, чекайте. И саме про цю книгу написали, що її автор – великий письменник. Да-да-да-да. Вы тоже это читали? Я и так это знал, конечно. Но тут... Ой, извините. Мне надо принять лекарство. Посмотри. Виртуозно работает. Вошел с ним психологический резонанс. Похоже, писателю все проще рассказать, чем утаить. Я одного не розумію. А чому ви не вимагали підвищення ваших гонорарів? Именно. Именно потребовал. Я и раньше просил, но она давала смехотворную прибавку. И тут я твердо решил настаивать. Ви могли погрожувати її викриттям? Да-да-да, я так и сделал. А вона? Она смехалась надо мной. Ніна, это последнее предложение. 40% гонорара, и я продолжаю работать. Я все сказала. Или мы сотрудничаем на прежних условиях, или иди ты лесом. Обойдусь. Я закажу экспертизу. Докажу всем, что это я писал. Испугал. Всем раскрученным авторам кто-то помогает. Это индустрия. Индустрия? Хорошо. Я в ней сам прекрасно устроюсь. Устраивайся. Не упади только. Раз ты бездарность смогла. Бездарность? Пусть. А ты урод. Инвалид. Представляешь свой портрет на обложке любовного романа. А реклама? А встреча с читателями? Да и вообще, что одинокий калека может написать о любви? У тебя хоть женщины-то были, Герман. Хоть одна. Тебе ужастики писать. Тогда твоя рожа будет кстати. Или книги про маньяков. Да? Кто? Зачем это? Слушай внимательно. Если ты не оставишь меня в покое, я тебя под суд отдам. И тут я не выдержал. Все. Почти признался. Не витримали і не змогли зупинитись. Ви завдали їй 8 ударів ножем, так? А що? Які удари? Тільки не треба заперечувати, всі докази проти вас. Ліпше розкажіть, до чого там ще квіти і цукерки. Ви бредите. Какие цветы, какие конфеты? Те, які ви розкидали на вбиту вами Милованову. А, по-моему, Юля, ты поспешила. Вы дикие вещи говорите. Да, я наговорил гадостей. Поступил так, как мужчина не должен был поступать. Переживал, что не смогу уже попросить у нее прощения. Но убить женщину я не способен. Дарма. Дарма заперечуйте, Сокіл. Еще раз заявляю вам. Я приехал, поругался с ней и уехал. Пальцем ее не тронул.
І одразу після вас прибіг хтось і поштрикав її ножем. Так виходить? Вполне возможно. Ніна була жадна і злой. Неудивительно, що кому-то захотілося її зарізать. Между прочим, в конце нашего разговора она с кем-то ругалась по телефону, судом угрожала. Я не стал ждать, пока она закончит. Ушел. Все, он пришел в себя. Теперь его признаться не заставишь. Надо проверить, был ли этот звонок и кто звонил Миловановой. Вот так, дубль пусто. А мы вот так. А, ой, все, считаем. А? Как-то. А вот так. Ну да. А я знаю, в чем подвох, Станислав Иванович. Вы просто старше, у вас опыта больше. Ну при чем тут старше? Просто я не с зельяком играю, а с людьми, понимаешь? Я ж тебе казал, человеческий фактор, понял? Ну да. Так, Ігорючко, я не зрозумів. Що? Козла забиваємо на робочому місці? Святослав, а ти одночасно дивився, га? Між прочим, робочий день вже закінчився. Да. А робота – ні. Ось. Ладно, не буду вам мішати. Ой, скільки вас тут. Де роздруківки дзвінків Милованової? Де легко, вот. Пожалуйста. Воно? Да, я тебе что говорил. Сокол не собрал. Ей кто-то звонил. Ты пробуй останет звонок. Да? Чей це номер? Галина Міщенко, 19 лет. Что про неї відомо? Росла в детдоме, имеет годовалого ребенка, работает в том же издательстве, что издается Милованова. Молодец, Игорек, все разузнал. Видишь? А ты говорил, что Сокол этот разговор придумал, чтобы от себя отвести подозрение. Ну, гаразд не выгадав. Тут він сказав правду. Але в головному збрехав. Ты видел его глаза, когда ты начал про ножевые удары говорить? Я из-за зеркала видел, как у него глаза на лоб полезли. Він грав. Дурника клеїв. І, по-моєму, тут все зрозуміло. Треба готувати документи для передачі справи до суду. Да його любой адвокат розвалит. Нужны другие версии. У тебе вони є? Ну, наприклад, як ти думаєш, зачем дівчинка-кур'єр дзвонила Миловановій? Дзвонила попередити, що приготувала ніж і виїздить, аби порізати письменницю на шматки. Дуже смішно. Слухай, у тебе особиста симпатія до цього письменника-невдахи, чи як? Чого ти його постійно виправдовуєш? Юля, ти изучила медицинскую карту Сокола? Да. Ты на месте преступления не была, но обстоятельства хорошо понимаешь. Так вот, объясни господину капитану, почему Сокол не мог убить. А я выйду, позвоню. Юля, вот скажи мне, ты зрозуміла, что мав на увазі наш доморощенный Шерлок Холмс? Кажется, я понимаю. Клавдия Антоновна, капитан Лагунский. Да, мы виделись сегодня. Скажите, пожалуйста, курьер, который привозил Миловановой новый роман. Девушка. Ага. А скажите, она просто отдала книгу или... Ах, вот как. Так. Понимаешь, Сокол инвалид. Дойти он так быстро не может. Ну, я це помітив. Ти гадаєш, Милованова могла від нього втекти? А якщо він завдав удару зненацька, а вже потім завершив справу ножем? Ну, не в этом дело. Ігор, сколько времени машина Сокола була в поселке? Минут 20. А давайте представим. Он доехал до ее участка, вылез из машины, а для него это целая проблема. Дошел до ее дома, поговорил, подождал, пока она закончит разговор по телефону. Потім вдарив чимось важким і поштрикав ножем. До речі, набалдажник його ціпка досить важкий, я піднімав. Гадаєш, він не встиг би цього зробити за 20 хвилин? А ще потрібно дійти до клумби і сорвати цвіти. А навіть не перед входом, так? Да? В глибині ділянки. Вот. Розложити цвіти, дійти до гостиної, достати конфети, повернутися в кімнату, розбросати їх, затем дійти до машини, сісти за руль – теж проблема. Не встиг би він це. Ну, тоді проведемо слідчий експеримент і зрозуміємо, міг він встигнути чи ні. Новые сведения о домработнице Миловановой. Вчера книги приносила, как я понимаю, именно Галина Міщенко. Девушка-курьер, скромно одетая, вела себя очень странно. На стол клади. Ноги вытерла, не натопчешь мне. Нина!
Вам книжки из издательства привезли, Нин. Сейчас выйду. Обязательно кричать на весь дом. Извините. Здравствуйте. Да. Вот идиоты в вашем издательстве. Все-таки сделали обложку не так, как я хотела. Извините, а можно попросить у вас автограф? Хорошо, сейчас подпишу. Понимаете, дело в том, что я давно хотела сказать вам, я ваша дочь. Что? Разговор за дверью продлился недолго, после чего Галина вышла заплаканная. На наступного дня дзвонила и сварилася с Миловановою. Але що це доводить? Когда Галина уходила, Милованова пошла за ней, приоткрыла дверь и крикнула ей что-то вслед, типа «Иди, иди, бедная родственница!» И? А тебе что, недостаточно фактов, чтобы заинтересоваться этой девушкой? Люха, а ты чего стоишь біля дверей, как бідний родич? А? Я назвав тебе щойно бідний родич. Ну так давай теперь. Будуй свою теорию про то, что мы с тобой браты, яких разлучили в дитинстве. Мы должны проверять все версии. Проверяй, проверяй. А вот я нутром чую. Сокіл убивця. Ты знаешь, нутро твое в суде не предъявишь. Вот-вот. А ты заместо того, чтобы доказы шукати, казна чем займайся. А ты знаешь, я все-таки проверю эту версию. Ну, а потом уже со свежей головой завтра вернусь к версии с Соколом. Хорошо? Мы же все равно его под домашний арест посадили, как инвалида. Роби, як знаєш. Хорошо. Ігор, а дай мені розпечатку з адресом издательства і фото Міщенка. Да, вот. Лёш, ну в суботу вечером там никого нет. Я все-таки проверю. Как знаешь. Галя, ты в машину? Да. И вот это. И сразу вези в магазин на Рейтерской. Хорошо. Да. Здравствуйте. Здрасте. Угу. Аврал на жестокое сердце? Да, как вы догадались. Все просто. Автора убили. Надо срочно продавать книги. Скоро скандальная новость забудется, и никому они не будут нужны. Все верно. А вы Галина Міщенко? Да. А что вы хотели, собственно? Из прокуратуры. А, вы по поводу... Миловановой хотели узнать? Я вчера отвозила авторские экземпляры. Но вы ведь у нее что-то просили сегодня? Просила денег. У меня сын в больнице. Думала, та, кто пишет такие книги о доброте и милосердии, сможет помочь мне. И звонили сегодня? Да, но она обвиняла меня в вымогательстве, и я бросила трубку. Угу. А где вы были сегодня с 10 до 11? У сына, в больнице. Оттуда и звонила. Ну что ж, извините. По горячим следам преступления не раскрыли. Что теперь? Владислав Борисович, я думаю, надо заняться Галиной Міщенко. Она явно что-то не договаривает. Я проверил ее алиби. Принаймні до 11 она была в лікарні. Але лікарня находится біля автовокзалу. А звідти до селища на рейсовом автобусе, ну, хвилин 40. Доехать она могла, а убить уже нет. Смерть наступила, ну, никак не в 11.40, а раньше. Значит, нужно найти того, кто зашел в дом после Сокола и убил. Угу. А что, если нож втыкал и разбрасывал конфеты не убийца? Навіщо мертву вбивати ще раз? Ну ти представь собі, штори задернуті, да? В кімнаті полумрак, Милованова лежить на кроваті, під волосами рани не видно, череп не проломлен, крові нет. Можна було подумати, що вона спить. Так, пойду-ка я поговорю з мужем погибшей. Ну, насчет этой бедной родственницы. И вообще, с какой стати Міщенко просила у Милованової деньги? У них много писателей в издательстве.
Юль, осмотри, пожалуйста, повнимательнее след от удара на голове. Больно уж, Сокола, трость примечательная. Слава, ты давай с фотографией Мищенко в поселок и на автовокзал. Галина, фото опознал шофер, который довез вас до деревни. Утром в субботу две женщины видели, как вы шли к дому Миловановой. Я сама хотела прийти, когда поняла, что сотворила. Но у сына нет никого, кроме меня. Его отец от нас ушел. Если меня посадят, то ему не сделают операцию, и он умрет. Ну, я надеюсь, все не так ужасно. В любом случае, лучше рассказать правду. Присаживайтесь. Я плохо помню, что было. Как в тумане. Она и слышать не хотела, что она моя мать, и ее внуку нужна операция. Я не выдержала, позвонила. А она стала стращать судом. Я приехала, чтобы предъявить доказательства. Вошла, увидела, как она спит. Спокойно спит на кровати, пока ее внук умирает. Взяла нож, который был на столе в кабинете. И... Откуда вы взяли, что она ваша мать? Меня в 3 года в детдом отдали. Я маму не помнила. Но помнила дачу. Как она качает меня на качелях, показывает цветы на клумбе, угощает конфетами. И там ничего не изменилось, понимаете? И даже часы стоят на том же месте. А главное, вот. Это все, что осталось мне от матери. Видите? Инициалы НМ. Это Нина Милованова. Галя, Милованова – это псевдоним. На самом деле писательницу звали Нина Евсюк. Не может быть. А как же? Подождите. Проходите. Галя. Это Степан Казимирович, муж покойной Нины, у которой ваша мама снимала дом очень много лет назад. Ее звали Наталья Мищенко. Она умерла от сердечного приступа очень молодой. Моя мама? Она красивая была. Отсюда и инициалы на медальоне, и ваши воспоминания. Значит, моему сыну не сделают операцию, и он умрет. Я являюсь наследником своей жены. Она почти не тратила деньги, копила. Успокойтесь. Я оплачу операцию вашему сыну. Но я же виновата. Я же убила. Успокойтесь, вы никого не убивали. Скажите, а где ваш ціпок, з яким ви були минулого разу? Потеряв. Дарма? А втім, на вашому сайті не бракує фото, з яким ви на них красуєтесь. І слід именно от этой трості остался на голові Милованової. Вот заключение експертизи совпадає в точності. Я ударил ее, когда она стояла возле кровати. Она так и повалилась на нее. Я даже не знал, что она убита. Минулого разу мені здалося, ви вже готові були зізнатись. Да. Чому ж передумали? Ну, ви начали говорить про ножи, цветы, конфеты. Решил, что выкручусь. І знову ж таки дарма. А могли б написати щиросердне зізнання? Может быть. И теперь еще не поздно. Ик. Ну что, пики козырь. Ну, ты нас давал, Егорочек, а? Ну. Это что такое? У нас прокуратура или притон? Товарищ полковник, ну, дайте партию доиграть. Ну, все равно рабочий день закончился, у нас выходной, и дело мы раскрыли. Ты раскрывал? Я помогал. Пожалуйста, дайте мне хоть раз выиграть.
Ну, потому что у меня уже развивается комплекс неполноценности. А ты не выиграешь. Почему? У Ивановича вон 4 туза на руках. Как? Так у меня же вот 2. А ты человеческий фактор учитывай. Станислав Иванович, так вы что? Вы жульничали, что ли? А ты где работаешь, а? Где? В прокуратуре. А что в прокуратуре главное, скажи, Борисович? Внимание, реакция, сообразительность, понимаешь? А ты вот учись у нас с Борисовичем, покуда мы живы, потому что в своем компьютере ты этого не научишься, понял? Сова. Ось еще одну справу раскрыли. А заодно помогли матери-одиночке спасти сына. Надеюсь, за то, как она обошлась с телом Миловановой, в худшем случае ее осудят условно. Кстати, вот. Как вещдок это уже, конечно, не тянет, а как реликвия – вполне. Жестокое сердце? Оно самое. Подписано самой Миловановой накануне убийства. Мищенко ее оставлять у себя не захотела, так что держи, Юля. Ты же любишь ее читать? Нет. Я больше ее книги читать не буду. Почему? Человеческий фактор. После того, что я узнала Миловановой, я больше не хочу читать ее рассуждения о жестокости и милосердии, ну и так далее. Тем больше в романе, який насправді написав її убивця. Ну что ж, если у прокуратуры будет когда-то музей, это будет ценный экспонат.